Губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Тюбин. Добрый день, дорогие друзья. Виктория Новомосковск, чемпион. Мы проводим этот турнир уже шестой раз. И мы видим, как возрастает интерес к этому турниру. Уже 8 стран и 12 команд участвуют в сегодняшнем турнире. И еще раз хочу поздравить команду Новомосковска «Виктория», которая победила в этом турнире. В непростой, сложной борьбе, но она одержала победу. И победил сильнейший. Я приветствую всех спортсменов, всех участников, всех болельщиков. Наши дети показывают нам, взрослым, как нужно выстраивать отношения, как нужно дружить. И давайте все мы, взрослые, будем брать пример с наших детей. Слова благодарности организаторам турнира нашей компании «Еврохим», которая является крупнейшим игроком химической отрасли не только в России, но и в Центральной Европе, за прекрасный праздник, который они нам подарили. И поблагодарить наших... Игорь Евгеньевич Нечаев. The general director of Chemical Company, Игорь Нечаев. Дорогие друзья, в этот замечательный день я хочу поблагодарить всех участников этого турнира, всех тренеров, родителей, всех, кто прибыл сюда, на Тульскую землю, для того, чтобы принять участие в этом турнире, за борьбу, за смелость, за выносливость, за победу. Я хочу поблагодарить команды, которые первый раз участвуют в нашем турнире. Это команду из Соединенных Штатов Америки. Команду из города Череповца. Я думаю, что наш турнир будет развиваться, и количество команд, участвующих в турнире, будет увеличиваться с каждым годом. Я думаю, что уже сегодня можно сказать, что Новомосковск стал центром мирового детского хоккея. Я поздравляю всех призеров этого турнира. Дорогие друзья, от имени клуба «Легенд хоккея» мне бы хотелось поблагодарить прежде всего руководство Тульской области в лице Алексея Геннадьевича Демина, руководство Еврохима, руководство города Новомосков с прекрасно организованным турниром. Спасибо вам большое! Молодцы, ребята! Для вручения кубка и медалей за участие в международном турнире по хоккею приглашается капитан команды «Антверпен Фантомс» Бельгия. Вручение кубка и медалей за участие в международном турнире по хоккею. Приглашается команда «Олбанис».
приглашается команда Espo Blues Juniors. За третье место в международном турнире по хоккею награждаются медалями игроки команды из Севера, Россия, город Камдор. For the third place in the international tournament, the players of the Yuka team Silver outline medals. Второе место в международном турнире по хоккею награждаются медалями игроки команды Клайпеда, Литва. Уважаемые друзья, прошу всех встать. Звучит гимн Российской Федерации.